Привет, друзья! Вы на канале «Контрольная рыбалка». Меня зовут Юля. Если вы не со мной, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И, конечно, ребят, следите за обновлениями. Что я могу сказать вам? Я приехала на озеро Сверь для того, чтобы проверить, стал ли лед, есть ли он. И вообще для того, чтобы в Нарочанском крае найти какое-нибудь место, где можно порыбачить. Сейчас вот я выхожу аккуратненько на ледок. Видно, что здесь кто-то проходил. Самое интересное, что на льду довольно много воды. Так. И что я могу сказать? Вон там какие-то штуки стоят. Кто-то всех что-то... Ого! Опа, ребят! Это хреновый лед на самом деле. Ну-ка еще разочек. Сейчас. О, видите, а здесь воды нет. На свири порыбачить не удастся. Почему? Потому что ледик совсем тонкий, сантиметра 3-4. Помимо этого, на нем лежит довольно большой слой снега, который 100% не даст ему нормально намерзнуть. Вся машинка в снегу, дорога вся в снегу. Вот. Прицеп тоже уже все в снегу, все снежное. Вот такое вот. Такая здесь красота. Выезжаем из нее. Все заснежено. Видите, ребят, снег все испортил. Где не было ветра, лед вообще. Огонь просто. Не пробить пешню, понимаете? Как бы бдительность не стоит терять. По лапкам чьи-то иду. Но, по крайней мере, ребят, это уже какой-то намек на выход к льду. Короче, лед местами хороший. Местами вообще его практически нет. Вот там, где вот этот вот залив, видите? Там, где не поддувало. И ровное место... Вот тут вот есть лед. Во всех остальных местах, где открытая поверхность, там видно задувало, все, пипец, лед. Лед нашли на больших шквахтах. Лед, наверное, 15-20 сантиметров. Причем стабильного такого монолита. Пока оператор будет собирать еду, палатку, раскладушки и спальники, я беру себе вот такой вот комплект, который будет состоять из жерлиц, других снастей. Здесь у меня получается кан, шумовка, диппер и ледовурчик. Все, и иду проверять, искать место, где половить. Более чем достаточно, ребят. О, нормально. Вот где-то вот до сюда, сантиметров 15. Снимаю со стопора жерличку, опускаю на дно. Сейчас покажу глубину. Приблизительно раз, два, три, пускай будет 4 подворота. Вот. Ну, глубины такой, как таковой особо нет, но все равно. Живец у меня есть и плотвы, и карасика. Ну вот первая попалась плотвичка, поэтому поставлю плотвичку, ребят. Все равно плотвичка быстрее погибает. Вот. Отправляем ее туда. В смысле, она не быстрее погибает в самой воде, а она быстрее погибает, если я ее буду держать в кане, понимаете? Сверху присыпаю снегом, потому что сильный мороз. Мороз около 9 градусов, 10, ну вообще не ощущается. Первая жерлечка установлена, ребят, на живца плотвы, одинарный крючок. Все,
Все, идем дальше. Вот такое вот красивое озеро Шквахты, на котором я буду находиться целых двое, ребят, суток. И тихонечко идет снежок. Вот такая вот обильная камышовая линия сзади. Классная. Наверное, штучки 4 установлю здесь. Жерлички. Ну, 4 штуки. А уже потом начну вот тут ходить туда, дальше. Жерличка. Оп. Сбил крючочек. Пойдем проверим глубину. О, живец. Сейчас проверим нашу глубину. Замерзать стало. Тут как будто чуть-чуть глубже было. Как будто. Ключевое слово. Как будто было чуть-чуть глубже. Так, а где это кусок пушка, интересно, у меня делался? Раз, два, три с половиной. Проверяем, больше ли здесь глубина. Да, ребят, здесь глубина побольше, видали? Пользоваться эхолотом для того, чтобы искать какое-то интересное место, может, глубину или рельеф. Ну и, конечно, буду постепенно идти, пробивать, проверять лед, потому что для установки палатки требуется нормальный, так сказать, лед. Вот здесь уже 1,7 метра глубины. Внизу, как видите, плато. Сейчас пока максимальная глубина, которую мне удалось найти, это 2 метра. 2,1, 2,2. И самое интересное, что на этой глубине уже показывает рыбу. Возле камыша я лунки не проверяла, я уверена, что там хотя бы мелочно есть. Здесь проверяю, рыба типа есть. О, маленький, смотрите, какой хорошенький карасик. Жерлица расставила, водоем относительно неглубокий. Преобладающая глубина где-то 2,5 метра. Я нашла точку 2,5-2,6. Перепад с 2,4, 2,3. Вот, может быть, что-нибудь получится. Эхолот рыбу показывает. Забрала каркас. И сейчас нужно 4 стороны вытянуть у этой палатки. И все, она почти будет установлена. Крыша потом поднимается изнутри. Жесть. Снег, ребят, все сильнее и сильнее, как видите. У меня остатки. О, запах вообще просто огонь. Я даже не буду, ребят, кормушки кормить. Здесь глубины почти нет. Просто вот сделаю такой кружелечек. И туда. Раз. Будем топиться дровяной печкой. Она у меня новая, друзья. Это пришла
печка Intent Fishman или Fisher, неважно. Вот такие вот защиты у нее. Два экрана по бокам. Поворачиваем. Сейчас покажу. Сзади тоже есть защитный экран. Ребят, намного все удобнее стало, да? Отваливалось. Сделали удобно то, что можно вот так нормально по-человечески открывать, а не снимать вот этот вот кругляшок с это. Просто вот закрыл. Раз. Или есть второй вариант. Закрыть. Два. Чтобы ничего не мешало. Вот здесь вот, если так закрываете, можно даже что-то попробовать подвесить, посушить. Удобно регулируется, еще раз повторюсь, окно. Емкость печки точно такая же, как была. Комплектуется трубами. Чуть-чуть, ребят, прокалю сейчас вот так вот металл. Трубу. И все, запаливаем. Видите, рядом с озером Свит, там, где я сначала хотела остановиться, есть озеро Вишневское. Там сегодня утонул человек. Хорошо, что мы не остались, ребят. Поставила две поплавочки. На левую надела одного опарыша с одним мотылем, на правую надела одного мотыля. А вон и мои красавцы идут. Песик и оператор. Я хочу поставить в одну лунку, у меня всего в палатке три лунки, поставить вот такое вот коромысло. Груз на коромысле весит 1 грамм, поэтому как только он достигнет дна, сразу будет видно по кивочку. Вот я ее взвела, натянула, получается, леску, и если будет поклевка, рыба обязательно просигнализирует это посредством этого кивочка. Короче, я не знаю, есть у меня фен там или нет. Походу, у меня есть фингал, ребят, под глазом. Это пипец, короче, просто. Засвечу лунку, сейчас покажу толщину льда. Видите? Толщина льда, наверное, сантов, я не знаю, 12, я думаю, монолита. Ребят, кому интересно, у меня многие спрашивают, на какую GoPro я снимаю. Сейчас у меня уже 12-я GoPro, и у нее абсолютно другие батарейки. Эти батарейки реально нормально держат на морозе, и я теперь хоть нормально могу снимать, наконец-то, своей GoPro видео. Потому что прошлая GoPro, это была GoPro 10, ей было просто работать невыносимо. Я приманки вот сейчас поставила на коромысло одного опарыша с пучком мотыля, пучок мотыля. Ну, просто освежаю, мало ли рыбка какая-то попадет. Подойдет. Собрала казачий караванчик. Опа! У меня в казан пойдут овощи и мясушка. Значит, из овощей у меня цукини. Все, естественно, уже помытое. Останется только почистить. Чесночек, морковочка, грибочки тоже помытые. И, конечно же, картошечка. Вот такая вот гарная мясушка. Всего 4 кусочка. Естественно, что они очень хорошо проделаются там. Раз, как это называется, растушатся, будут мягкими, скорее всего, разваливаться. Но пока это мясо прям на кости. Вот на такой. Вот такое мясо. Четыре выкладываю сюда. Оп. Цукини. Вот это я понимаю. Первая рыба, ребят. Первая рыба за сегодня. Вот это я понимаю, настоящий трофей мне попался. Вот такой вот первый ёрш. Пускай этот чудик плывет. Вот так. Вот так. Шикарная поклевка была. Вообще просто шикардосина. Раз. И... Заключительный ингредиент — это вот такой вот перчик. Я сначала думала, нарежу его, потом была, будет живот болеть. Я положу его просто вот сюда. Оп. Все.
Готово, ёпсель-матрёпсель. Остается нагреть, подогреть, подождать и съесть. Все, ребят, готово. Единственное, что если готовишь еду в палатке, то необходимо в обязательном порядке открывать вот эти всякие вентиляционные окна, потому что, естественно, что воздух здесь будет палиться и будет собираться угарный газ, будет становиться меньше кислорода. О, господи, как темно! Как темно там, это просто пец. Так, где мой фингал? Он здесь или не здесь? Здесь у меня висит сигнализатор дыма, датчик дыма. Здесь над лунками в эти мешочки я ничего больше не ложу, потому что мне уже хватило прошлогодних утерь в лунках. Здесь вместе с датчиком дыма и со светом, естественно, вверху у меня сушатся вещи, которые промокли, отсырели. Это перчатки и валенки от сапог. Бульк. 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 Так вот выпускаем пар из афганского казана, ребят. Сушка была, ребят. Ну давай, давай, давай еще раз. Да бля. Время покушать. Всего лишь 12 часов ночи. Что мне делать? Конечно, есть. Зачем мне спать? Мишечка. О, как свежими овощами, апа. Одна картошечка. Вторая картошечка. Чесночек. Такой вот у меня здоровый ужин получается. Это морковочка. Это картофанчик. И самое главное, это мяско. О, видите, как классно проделалось. Главка попас. Рассвет, ребят, рассвет будет в 9:30. Или 9:37, я посмотрела специально. Сейчас всякие освежающие процедуры. Вот. Спала достаточно хорошо. Единственное, что когда топишь печь, тяжело найти вот эту вот среднюю грань, чтобы постоянно держалось тепло. То холодно, то жарко. То холодно, то жарко. Почему холодно? Потому что начинаешь выветривать, открываешь вообще все окна, все двери. Оно выветривается и начинает уже тогда ползти холод. Чего я заранее стала? Потому что я хочу сейчас еще докормиться, естественно. Кормить буду сейчас центральную лунку. И сделаю те же самые шары, которые делал у меня там с лиманом, есть с остатками корма. Ну и все, и пару штучек хотя бы туда заброшу, закормлюсь. Первая рыбка. Опа! И первая рыбка у нас это вот такая вот густера. Которую, ребят, можно, или это даже подлещик, нет, густерка, ребят. И мы ее сейчас обязательно оставим на живца. И давайте пучок мотыля. Два мотыля. Есть и здесь, ребят. Опа. О, уже эта плотвичка, о, смотрите.
Трохи побольше. Хорошенькая. Хорошенькая. Это прям в шахту успела захватить. Мать ты. О, гляньте, мотылем нашим рыгает. Нифига себе, мать. Плотва клюет, ребят, буквально на все. Вот я сейчас поставила красного опарыша с мотылем. Но с опарышем единственное, что она берет более крупное. Съедобного такого размера. Да, хорошая. Ребят, что-то побольше. Опа. Ого. За хвост плотву поймала. Центрально не клюет, ребят, только на крайнее. Проверишь, что на центральной. Почему интересно на центральную? Центральной больше всего корма лежит. А рыба, получается, ходит вокруг кормового пятна, видите? А не на кормовом пятне стоит. О, блин. Сюда. Ну, как будто что-то трохи побольше. Оп. Такая хорошая плотвичка зимняя, ребят. Мне с ножевчиком вот тоже повело. Ё-моё, сюда. Не могу. Подожди. Сначала надо тебя опустить. О, ё-моё. Давай сюда, ладно. Опа, есть. Три снасти у меня сейчас не в воде. Это не очень хорошо. С точки зрения того, чтобы я не запуталась. Надену два опарыша. Может, на опарыше будет что-то покрупнее. Смотрим. Есть, ребятки. Сейчас посмотрим. Ого, ребят, сразу две. Смотрите. Какая милота. Блин, живец убежал. Здесь тоже, да? Опа, есть. Опа. Тяжеленько чуть-чуть. О, две сразу. Дуплет. Моментом на Еще хищника. Все так высыпают, что столько здесь ловят. Как всегда. Ну ничего, может, найдем. Он
окончательно, так сказать, проснулась. Рыбка сейчас отошла. Одна за одной поклевывала плотва. Плотва и живцова, и вполне съедобного размера для зимы, которую можно пустить на тараночку, на засушечку. На жерлице на все вместо карасиков переставили местную флору и фауну. Местную рыбку. И... Ждем, а вдруг что-нибудь подойдет. Обязательно чуть позже еще закормлюсь, сейчас попью кофейку. Все хорошо, погода прекрасная, ночью 20 градусов мороза. Вот выглядит мой домик. Три лунки, две раскладушки, печка, стол, кан здесь стоит. Здесь вот подложили, чтобы печка не выпаливала лед на всякий случай. Внизу хранятся всякие мелочи. Вверху тоже кармашки заняты, боковые кармашки заняты, все занято. Вот так вот выглядываешь, а здесь такая красота. Есть. Печка. Наконец-то с центральной луночки. О, как это на... Опа. О-о-о, как ходит. Оп, есть. Кто там? Ну, здесь плотвичка вернулась. Складываю пока сюда. Ребятка, по две. Сейчас, оп, одна. Одна хорошая плотвичка вот такая. Ой, так. Главное не рыпаться, ребят, чтоб не это, сейчас не. Так, ребятки. О, хорошая плотвичка, ребят. Вот, смотрите, пришла. Отличная плотва. Так, вот. Ребят, закорм сработал. Еще одна, ребят. Вот у нас. Вообще, ребят, одна за одной. Вам покажу, ребят, сколько я уже плотвички наловила. Ой, ребят. Может, водичкой горячей попробовать. Так, вот это вот реально живцовый размер. Сейчас. Зацените, что в ведре намерзло. Вы представляете, какой слой льда намерз? И это еще сегодня ведро целый день стоит в палатке. Прикиньте, посмотрите. Наконец-то первая сработка. Возле камыша я бегу. Ребят, наверное, ничего не будет. Видите? Нет, ничего, скорее всего. Ничего не мотает. Ничего не мотает. Хвоста. Не смотало ничего, ребят.
густера попалась. Наконец-то. С утра, и вот вечером ближе подошла густерка. Вместе с плотвой. Да, ребят, сработка, мы не видели. Непонятно он. Вымотало хорошо. Вымотало-то хорошо, а вот рыбы нет. Сейчас посмотрим, а что тут с нашим живцом. Ну, какая-то вон мелочь была. Может, мелкий какой-то судачок не смог загласить. Поклевки, ребят, стали реже. Сейчас вот уже плотвы нет. Была густера и несколько ершей. Это, кстати, уже за вечер вторая густера. Прикольно. Включение, ребят. Только что чуть не наложили в штаны, хрустнуло под палаткой, причем так сильно хрустнуло, что мы решили ее раскрутить, отодвинуть с места и посмотреть, что произошло. На всякий случай, если что, просто повернем палатку в другую сторону, оставим лунки, те же, которые будут, просто развернем ее, чтобы не настоять, ну мало ли. Мы сейчас отсоединили палатку для того, чтобы сдвинуть ее с места. Будем двигать вот сюда. И посмотреть, что там под нами. Так, хрустнуло, что произошло. Потому что... Самое страшное место — это возле печки. Мы разворачиваем палатку. Нам нужно ее развернуть вот сюда. Поставить вот это вот чистое место. Убрать с того места, на котором мы стояли. Но надо сделать так, чтобы наши лунки остались нашими лунками. Нам нужно развернуть и оставить ее на наши лунки. Мороз какой сильный, как все замерзло ночью. Жерлицы, конечно же, собрали, как всегда. Всегда. Никогда в жизни, наверное, жерлицы не оставляла. Ребят, ночная плотва, прикиньте. Ну как ночная? Вечерняя плотва. Ага. Ого, как ты заглотила. Хожу, ребят, посмотреть, что там сейчас со льдом, с которого мы убрали. Ой, бляха, испугалась кошка. Ребят, уже замерзла, прикиньте. Смотрите. Замерзла, но... Да. Слышите, прям трескается. Видите, как трещина пошла? Я думала, что будет холодней на самом деле в минус 20, но если двигаешься, вообще нормально. Такого шапка, видите, какая стала. Прикол. Красота. Ваша Юлька покрылась инеем. Минуты 3-5 прошло после того, как закормила. Все, первая плотва на центральной лунке подошла уже. Такая она мотылька. Пока есть настрой у рыбы, пока есть настрой у меня, я забрасываю. Ребят, ну вот это вот вайб зимней рыбалки. Когда установил жерлячки вокруг палатки. В палатке закормился. Здесь поклевывает, пускай даже не крупная, но рыбка поклевывает. Если, мне кажется, если долго не клюет, надо просто снять и освежить мотыля.
Ой, пошла переставлять жерлицы, там где камыш. И вот у меня, ребят, сработочка сейчас. Сработка произошла такой, как у задки. Посмотрим, есть что-нибудь или нет. Я сначала бежала, потом думала, уже все, бесполезно бежать. Раскручивала гоп, смотрите, сколько раскрутила. Нормально было. Дотянула до травы и сошла, видите. Все бы было хорошо, если бы не было так, как есть. Затупился ледобур, ножи не работают, но я вот нашла расстояние от берега и место, где была поклевка, и приняла решение парочка жерличек переставить. Ну, соответственно, полчаса мудохани, чтобы выпилить эту лунку. Но зато сейчас переставим. Сейчас еще вот одна луночка там. Есть, ребят, только вот в толщу воды и сразу плотвичка пошла. Представляете? Сразу же. Ох, веселуха, ребят! Еще бы какого-нибудь хищника, ну хотя бы одного поймать. Хотя бы одну какую-нибудь рыбульку. И все, жизнь не далась. Ну, подлещиков, ребят, я в камеру не увидела. Получается, мы с вами ловим то, что здесь ловится, понимаете? А что здесь ловится? А здесь обитает плотва. Ребят, на эту удочку. Опа! Есть уже что-то есть. Сидит. Сидит плотвичка. Рамсюшка, смотри. Угу. Ну вот это то же самое место, ребят. Видите, значит, нашла где. Где есть щука активная, но неизвестно, будет рыба или нет. Нифига, наверное, не будет, как обычно. И была как будто. Нифига, видишь, уносит в это, утягивает в это. Обидно, досадно, но, по крайней мере, это еще одна поклевка. Вон еще один флаг загорелся с глубины. Кстати, там плотва. На ближайший карасик маленький, за который подальше плотичка. Нифига, ребят, тоже будет холостая. Ударила и убежала стопудово.
Приклеимся. Опа. Ребят, ну вот столько вот плотвы удалось поймать. Видите, кроме плотвы здесь ничего нет. Это вот столько рыбалочка принесла рыбки. Все выбило из вот этой вот штуки и получилось во ведерко, ведерышко плотвы. Налет с ночевкой на озеро Большие Швахшты или Шквахшты. Точно. Я не помню, неважно, напишите в комментарии, если вы знаете, как называется. Что я могу вам сказать? Было довольно-таки интересно открывать для себя новое место. Было несколько поклевок на жерлице. Все были поклевки на плотву. Ну и в палатке мне удалось наловить довольно-таки много плотвы. Я могла наловить еще больше, но мне просто больше не нужно. Я просто половила столько, сколько душа требовала. И все, сейчас я собираюсь домой. Если вам нравятся такие видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за обновлениями. Всем не хвостань чешуи. Пока! Вот такое вот место после себя оставляю. Вот так вот выглядит то место, где стояла палатка. На второй день мы переставили ее сюда. Вот это вот первого дня пятно. Вот здесь вот стояла печка. Видите, здесь протопилось больше всего. Вот, лунки уже покрылись льдом. Кстати, друзья, вот это вот трое саней, это еще не все, что пришлось тянуть на лед. Еще было несколько санок уже увезено. Все, эти увозим за собой. Борода красная. Буду пробовать завести дастер. Ночь, 20 градусов мороза. Ох, какое все холодное прям чувствуется. Что? Ну что, заведется или нет? Как думаете? Завелась. Ну такое, типа, чуть-чуть такое было, ту-ту-ту, а потом пуф,